Всем привет! Хотел бы рассказать, как разобрать автоматический выключатель и посмотреть, что у него внутри. Для того, чтобы мне его разобрать, наш трехполюсный выключатель, нам необходимо вот эти вот крепления взять и аккуратно отверточкой разобрать и вынуть. Покажу, как мы это сделаем. Итак, берем отверточку и вот таким вот образом в середину отгинаем наше крепление. Итак, после того, как мы наши отверстия загнули, мы сейчас можем разобрать автоматический выключатель. Высовываем вот эти крепления, и он разделится у нас на три части. Итак, я их крепления продел. Вот они начали выходить. Очень важный момент при разборе такого автоматического выключателя. Его можно разделить вот так на три части. Раз, два, три. Но ни в коем случае нельзя вот эту часть разделять, потому что после этого автоматический выключатель не будет работать. Я сейчас разделю. Вот эти два автомата я оставлю, они у меня будут рабочие, я их потом скреплю этой же трубочкой. А вот этот центральный автомат я разберу и покажу вам, что находится внутри автоматического выключателя. Итак, после того, как я разделил, вот что у меня получилось. Видите, у меня остались крепления. Я их использую для того, чтобы скрепить наш автомат, чтобы он не распался напополам. И вот этот. Мне их хватит вполне. Ну а вот этот автоматический выключатель я разберу и покажу, что внутри него, что он из себя представляет. А вот этот крайний автоматический выключатель я сразу подпишу, чтобы потом не забыть, на какой он номинал. Я подписал 16 ампер. Понятно. Будет два однополюсных выключателя и один демонстрационный. Итак, разделяем теперь наш центральный автоматический выключатель для того, чтобы увидеть, что внутри него. Напоминаю, больше мы его собрать не сможем, потому что он уже не будет работать как автоматический выключатель. В данный момент он еще работал бы, но после того, как мы разберем, он уже работать не будет. Разделяется он очень просто. Берем две части, его разделяем. Все, после этого, как я его разобрал, я его уже собирать не буду, я его выкину теперь на мусор. Смотрим, из чего же состоит автоматический выключатель. Система взвода. Механика пластиковая, потому что это китайский автомат, поэтому механика пластиковая. Вот видите, катушка. Контакт. Двухгасительная камера. Еще, ну, это наши контакты, куда подключается фаза. Потом она идет, протекает вот так вот через катушку, через двухгасительную камеру и выходит сюда. Ну, я могу попробовать сейчас взвести, если получится. Ну, уже он не взводится. Ну, вот таким вот образом. Вот таким вот образом включается. Внутри у нас наша механика замыкается. Замыкает контакты. Когда короткая, он выбивает. Вот этот контакт размыкается. Размыкание происходит посредством вот этой катушки. При коротком замыкании она просто отбивает этот контакт. Ну и также здесь есть тепловая защита при нагрузке более 16 ампер. Если мы дадим, допустим, на этот автомат 20 ампер при нагрузке 20 ампер, катушка тоже контакт разомкнет. Ну, вот такой вот у нас автоматический выключатель. Всем, кому было интересно видео, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. До свидания.